Сюзанна с Делис без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться, женишок. Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебя обманывать? Господи. Просто как дурак здесь. Просто как дурак. Ваше сиятельство, нет, не получите ее, не получите. Думаете, сильный мира сего, значит, разумом тоже сильны. Знатное происхождение, должность, от всего немудрено возгордиться, а много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия. Дали себе труд родиться, только и всего. Вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный, не то что я, черт побери. Воспитывался в толпе людей темного происхождения, ради одного только пропитания пришлось выказать такой осведомленности, находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы тягаться со мной. Кто-то идет. Кто-то идет. Кто она? Глаз выклей, вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Муж-то всего только наполовину, Господи. Все эти страдания на мою голову. Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, из которой сойду, сам того не желая. Усыпал ее цветами настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я. А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения. В минуту опасности я оратор, когда мне хочется отдохнуть. Тогда я поэт. Порой я безумно влюбляюсь. Я все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся. И совершенно разуверившись,
Сюзанна. Сюзанна. Господи. Страдают из-за тебя, Сюзанна. 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 Сюда идут. Сейчас. Все решится. Фигаро тоже должен сюда прийти. Говори тише. А? Он, верно, уже здесь. Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем. А я пойду и спрячусь в беседку. Постараюсь не пропустить ни одного слова. Сударыня, вы дрожите, вам холодно? Вечер прохладный. Я пойду в замок. Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами. Смотри, не простудись. Сильная роса. Я росы не боюсь. Знаем мы, какая это роса, знаем. Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю. Маленький ваш? Здесь кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншет. Ой, боже милосердный. Боже, да это женщина. Что это, Илья, грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там на темном фоне вырисовывается ее силуэт. Сюзан! 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 Вдруг сюда приведет граф. Сюзан! Сюзан! Да, это та самая очаровательная девушка, которые встречают Сюзанну. Разве может меня обмануть эта нежная ручка, ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца? Сударь, уходите отсюда, пожалуйста. Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь... Сейчас сюда придет Фигаро. Кажется, это Сюзанна. Фигаро, я нисколько не боюсь, ты не его ждешь. А кого же? Она не одна. Никто другой, как его сиятельство. Сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе, плутовка, свидание. Опять этот чертов парк. А говорят, что нехорошо подслушивать, а? Болтунишка. Сударь, уходите отсюда, пожалуйста. Нет, я удалюсь мне прежде, чем получу награду за свое послушание. Как вы хотите? Да, сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу. И вы осмелитесь? Еще как осмелюсь. Ты займешь место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел. Сюзан, да? Сюзан! Я... Это граф! Я хочу! Так вы больше меня я пока хочу. Не но... целуете! Вот вам плата за первый поцелуй! Подслушивать, однако, тоже бывает накладно, а? Ну пойми, два пажа получает пощечину, бегает с хохотом. Ой, а чего ему-то плакать, господи? Ой, да я здесь шага не могу ступить. Ой, уже. Сюзан. Оставим ведь этот вздор. Я хочу отправлять тебе удовольствие. Встреча с тобой. А вы были уверены, что она состоится? Ох, после твоей остроумной записки ты дрожишь. Я очень боялась. Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне. Ах, какие вольности! Как она отвратительна. Как она обворожительна. Боже. Какая тонкая, нежная кожа. Ой, какие шаловливые пальчики. Ой, если бы у графини была такая прелестная ручка. А вы больше не любите графини? Нет, я люблю ее. Но 3 года супружества придали нашим взаимоотношениям что-то уж очень добродетельное. Ну, а чего же не достает вашей жене? Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть. Ой, вот наши жены думают, что если они нас любят, то это уже все. Вбили себе в голову
и любят. Так внимательны, так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение. Боже, какой урок! На самом деле, Сизо, я часто думаю, вот мы ищем на стороне того наслаждения, которого не получаем дома, только потому, что наши жены, но не владеют в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз по-новому, оживлять, ну, если можно так выразиться, прелесть обладания, прелесть разнообразия. Значит, женщины должны все... А мужчины ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности. А дело женщин. Так, а дело женщин? Уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают. О, нет, я-то уж не забуду. Я тоже. Очень сильное эхо, будем говорить тише. Сюзо, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты уж самая обворожительная любовница в мире. К тому золоту, которое я тебе обещал, я дарю тебе вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзо, ну пойдем. Пойдем на несколько минут в одну из этих беседок. Но ведь там же темно. Что мы читать, что ли, собираемся? Все, вошли в беседку, все, прелестно. Никаких сомнений, все. Ну, мужья ротозеи, месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, берите пример с меня. Прелестно, никаких сомнений, к счастью, все у меня уже... Все мне уже безразлично. Бру-бру-бру. Ее изменам я уже нисколько не волнуюсь. Ах, ты мне заплатишь. Наконец. За все свои подозрения. Наконец. Накрыл. Кто? Тот всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения. Это... Паша, сия! Само небо привело сюда вас. Как вы думали, день прямо невеста, Сюзанна? Это самая Сюзанна, которая корчила себя такую неприступную. Заперлась с графом вон там, а не там. А я сейчас здесь гуляю. Я сейчас позову. Ой, нет! Я... Не надо! Не надо, Фигаро! Не зовите, пожалуйста! Черт возьми! Это же Сюзанна! Изменница! Вздумала меня провести! Фигаро! Мы с вами должны... Отомстите! Сударыня!